Сегодня третий день, и я только начала снимать. Очень жарко, как будто это середина лета. И мы сейчас в Уэно. Здесь очень классные стражи у храма. Это Ташогу. Храм синтоистский. Они всегда разные. Вот эти мне очень нравятся. Храм выглядит вот так. Люди молятся, кидают монетку, хлопают в ладоши. Я сама пришла в Уэно. Далее парк. Далее вот эти вот цветочки. Не знаю, как они на русском. Или так же. Здесь. Какая-то шкатулка с благовониями, с зайчиком. Это все фонари видны со забора. Не знаю, что за ягоды. Мне очень нравится везде по парку разбросаны такие маленькие вазочки с цветами. Подписаны. Огромное дерево. Очень жарко. Цветы под зонтиком все равно. Чуть подвяли. Космос. Такой же, как на Юге России. Мы в детстве играли в цветочных кукол, из него делали. Каждая далее под своим зонтиком. Это уже конец парка. Здесь очень много бабочек. Что радует.
просто волшебно. Попробую ее поймать. Очень медленно летает. Там фонарики. Лабиринт с цветом. Мы вышли из Уэна. Здесь маленький пруд. Опять с огромными карпами. Они все черного цвета и гигантские. Наверное, не видно как следует. Никто их не кормит. И это лотосы, которые отцвели. А тут маленькая торговая улочка с уличной едой. Мы в саду Хапоэн. Посмотрите, как красиво. Камни и зелень сочетаются друг с другом. Очень жарко сегодня опять. Там типичные японские многоэтажки, не очень высокие. Сильно прям высоких я особо не вижу. Как бизнес-здание в центре. Not really an entertainment. Really hot. Там сейчас японская свадьба. А это бонсай настоящий. Не знаю, сколько им лет. Смотрите. Если видно будет, я не знаю. Там огромный кой плавают, карпы. И это все бонсай и бонсай. Целая аллея. Ого, здесь некоторые виды по 500, по 500 лет. Я, пожалуй, засниму все. Это вообще классно. Особенно на фоне современных домов. Наверное, оно вот это дерево 500-летней давности. Обалдеть. С яблоки уже. Беседки.
Мы сейчас присели отдохнуть в беседку. И, как вы слышите, здесь японская свадьба проходит. Сейчас покажу вам, что вокруг. А потом мы спустимся к кругу с картами. Они здесь просто огромные, цветные, не как до этого я показывала. Черные. Настолько в японском саду как умиротворенность. Это необъяснимое чувство. В ноябре, когда эти клёны будут красные, желтые, здесь будет просто нереальная красота. К сожалению, с той стороны проходы закрыты. Но я попробую сейчас снять здесь. Вот, смотрите. Смотрите, какой золотой огромный карп. Целый косяк. Ого. Смотрите, смотрите, они все оттуда плывут. Это не искусственное озеро. Вода откуда-то с холмов с озера стекает, было написано. В это. Они все приплыли, думают, мы будем их кормить. So you're looking for food. Видели? Видели?